Всем привет, друзья, с вами Малдер. Мы продолжаем играть в Ассасина второго. Находимся в запретной зоне, как вы могли уже увидеть. А это означает, что мы ищем гробницу Ассасина. Последнюю печать. Ох, сегодня серия будет прям, ну вообще просто, блядь, шедевр. Я думаю, во-первых, как я говорил уже в конце прошлой серии, мы с вами найдем печать, откроем гробницу сегодня, да еще и бабок, блядь, срубим. Так как в банке там уже лежит тридцатка с хером, а... Там как-то высоковато, нет? И зацепиться-то не за что, ты глянь-ка. Может так попросту? А, там сено! Ёпты мать! О! По-моему, там что-то шевелится, вон в том стогу! Садись! Мы же не можем прерваться посреди игры! Нет, я что-то видел! Точно видел! Ты все время так говоришь! Ты был прав, Феминуча! В стогу действительно что-то было! Мне надоели твои шутки! Это не смешно! Меня могли убить! Крысы? Ты несерьезно относишься к работе! Один неверный шаг, один поворот не в ту сторону! И все! Ты мертв! Загрызен крысами? Я больше не буду перед тобой оправдываться! Да нет, продолжай! Это так увлекательно! Отстань от меня! Пожалуйста, вернись! Нет! Не волнуйся, я тебя защищу. Пошел к черту. Так вот ты как со мной. Си. А как мне его грохнуть-то? Подожди-ка. Там тот палит. А этот, я не знаю, как мне выпрыгнуть, что ли, на него? Как-то несерьезно получится, наверное. Подожди, я что-то... Тебе конец. Так, есть один. Один готов. А тот у меня и не видит нихера. Ты гляди-ка. Ах ты дурила, блядь. Придурок, блядь. Иди-ка сюда. О! Убейте курьера тамплиеров. Подожди, надо как-то... Сейчас, секунду, убьем. Убьем, тут еще надо за ним гнаться. Где-то мы в какой-то гробнице уже подобное видали. Было дело. Что-то мы за кем-то гнались. Вон он. Но мы не догоним это, естественно. Естественно, не догоним, если еще будет это тупить, блядь. Как не знаю, что. Нихера мы его не догоним. Хопа. Оп-оп-оп-оп. Давай. Оставь меня в покое. Сейчас я оставлю тебя в покое, когда ты окажешься... Кажется, они отстали. В лежачем положении и мертвым. Беги быстрее! Быстрее, блядь. Оставь меня в покое! Да как я тебя могу оставить в покое-то? Тварь ты, их, блядь. Тварь ты, блядь, ебаная. Спокойно, давай, прыгай, отлично. Не, ну я, между прочим, еще не так туплю сильно. Не отстаю практически за ним. Оба! Беги быстрее! Блядь. Сказал я, и тут же Эцио тупанул. Найти выход. Найти выход. Подожди, мужик. Сейчас, я тебе, блядь, помогу. С выходом-то. Сейчас найду. Ну, блядь, здесь ты нахуй! Да. Ёптой мать, ну какой да. Порой бесит Эцио. Они отстали. Но не так сильно, как Альтаир, конечно. Не так. Сразу к оружию! К оружию! В каком оружии, блядь? Кого тут зовёшь, блядь? Нет никого. Слушай, я его сейчас догоню. Стой, сука! За мной гонится ассасин! Убейте его! Кто? Кого он тут звал-то? Убейте его. Как мне туда пролезть? А, все, вижу. Вижу. Гонится ассасин. Надо кого-нибудь покрупнее тут сразу выцепить нам. Вот это крупный дядя. Давайте его, что ли, тогда херанем. Я знаю его. Это точно. Блять, толстый, блять. Надо было того ебать. А как я туда добрался бы до него? Никак бы, наверное, да? Ну, суки! Порежу все. Блять, нихера, ты, блядь, выйду. О, толстый, блять! Ты прям вовремя, мужик! Отлично, открылся, скотина! Так, там что-то он, кстати, на столе лежит или что? Мерещится. Есть, готов.
Оп, мимо, блядь, получи, скотина, по своему, по своей шапке железной, железная шапка. Оп! Опа, ну-ка, ну-ка, да ты хорош, блядь, ты что делаешь? Ты что ты делаешь? Что ж ты, гад, делаешь-то? Где же гробница у нас? Я так... Чё тут? Я так полагаю, здоровый вообще, ну ты лошара. Дайте хоть с него возьмем что-нибудь. Может, ножи? Нет, ничего тут с него не возьмешь. Да, это свечка горит просто-напросто. Ладно, тогда открываем. Может быть, это и есть вход уже? Может быть, это самая простая гробница будет? Я сомневаюсь. Тут какие-нибудь прыжки обязательно сейчас будут, еще что-то. Ну и вот-вот, началось. Крутить надо. Эй, ты что, давай крути. Поднимай, поднимай точнее. Там у нас чего? Это хуйня. Она по... Это все по времени, как я полагаю, да? Ой, блядь. Это все работает определенное время? Или нет? Да ну хорош, вы что, блядь, как далеко-то? Йо. А я думал, это будет самая легкая гробница. Нет! Как бы она ни оказалась самой сложной. Да. А, вот я не пойму, вот это что за... Это время, блядь. Понятно. Понятно. А куда там надо было? Это часы. А я думаю, что это за хрень? Я только сейчас обратил внимание, что там шкала есть. Я видел, что она переворачивается, но я думал, это зацеп. Просто-напросто, а нихера. Слушай, серьезно, что ли? Это мне ждать столько времени? А, можно остановить. А, нет, можно заново завести, да? Так я не смогу запрыгнуть, наверное, туда, да? Погоди, погоди, погоди. Я туда не допрыгну. Правильно? Не, я не допрыгну. Да, блядь, как ебаная камера. Тут еще хер поймешь, как ей крутить-то. Куда вот мне надо? Я хочу вот туда посмотреть, вот прямо. А, стоп, стоп, сложный прыжок от стены. Там что-то написано было. Ту, блядь, опять. Ладно, подожди. Сложный прыжок от стены. Как-то от стены надо отскочить. А как? Сейчас попробуем. Мы такой хуйней, по-моему, еще не занимались ни разу. Ну, время тут дается наверняка нормально. То есть с запасом. Не все же сразу прям ассасины такие будут играть. Профессиональные. Вбегая по стене, используйте, нажмите. Так, нажать прыжок в нужном направлении. Я ебу, блядь. Где? Нажать прыжок в нужном направлении. Я же вроде нажимал. Печаль в том, что надо начинать все время сначала. Вот даже и сейчас-то у меня не получится, наверняка. Давайте хоть попробуем, как это делается. След есть. След есть. Вбегая по стене. Вбегая по стене. Ну как, блядь, нет, вбежать-то по стене? Сложный прыжок от стены. Нажмите, чтобы прыгнуть. Ну я нажимаю. И как, блядь, нет тут это? Сука, это будет долго. Время, между прочим, уже кончается. Ну я вот тут вот вбегаю по стене. А тут-то мне как вбежать, блядь? Не знаю. Не знаю. Вот натуре, блядь, не знаю. Нажмите, чтобы прыгнуть в нужном направлении. Ну я нажимаю, блядь, две кнопки нажимаю. Думаете, одну? Нет, нихера, блядь. Две нажимаю. А что ты бегать-то не хочешь? Все. Вбегай по стене, используйте. Вбежал по стене. В нужном направлении. Как это хуйня? Ну след-то я вижу, я понимаю, да.
Как-то здесь надо это все сделать. Вбегая по стене. Ну я вот когда я на стену напрыгиваю, я нажимаю кнопки, блять, все. И ебаюсь вниз. Это будет долго. Это будет долго. Я не понимаю просто-напросто, как мне вбежать по стене. Вбегая по стене. Я помню, как он это делал. Но я не помню, как это... Ну, визуально имеется в виду. Но я не помню, как это сделать. Ну, я хуйня, не знаю. Может, еще раз? О, блядь, получилось, ну. Все, вроде бы... Вроде бы немного понятно. Ну как? Немного, блядь. Вообще, в принципе, непонятно. А может, мы здесь как-нибудь потренируемся для начала? Стоп. Допустим, вот здесь вот. Погоди-ка. Вот. То есть мы сначала вбегаем и прыгаем. Это просто мы отталкиваемся от стены, да? Или же можем прям бежать по ней в нужном направлении? Нет, видимо, по всей видимости, только прыгать. Ладно. Это уже кое-что. Да что ты, блядь, давай, нажимай эту хуергу. Заводи. У нас вот я заметил, как, когда в серии надо вот это, вот такую хуйню разгадывать. Так, ну-ка. Я нажал то же самое, а он прыгнул назад. Я даже назад не нажимал кнопку, твою мать. Я только вперед нажимал. У нас, как правило, основная часть серии занимает вот разгадку вот этих загадок. Разгадка загадок. И чё? Что-то открылось, да? Надо дальше идти. Все верно ведь? Блях, тут уже начались вот эти вот переходы гребаные. Имеется в виду. Стоп, стоп, стоп. Оно не всегда получается самое интересное. Ну, пока что, во всяком случае, у меня. Так, это еще что-то мы открыли. А это время как-то нам продлевает или нет? Или до пизды? Или оно как тикает, так и тикает? Куда ты, придурок, блядь? Ну рядом-то ты не мог, что ли, вот туда вот впрыгнуть-то, а? Ну что ты нахуй, сука? Фу, блядь. Так, еще одну хуйню мы сделали, да? Да, а где еще одна? Мы пропустили, что ли, одну? Да не должны бы, по идее. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стоять! Бляха! Время кончилось, да? Печально. А сколько мы не добежали, интересно знать. А мы ведь, наверное, до хуя не добежим. Слушайте, а я пропустил где-то одну хрень, что ли, эту? Или нет? А, вот она, наверное, была. Вот это не копье ли? Хм. Не знаю, непонятно пока что. Ты запрыгнешь, что ли? Нет, не запрыгнешь. А как мне вылезти теперь отсюда? А, вот. Туда ты не запрыгнешь. А как мне? Вот так? Не, ну здесь-то ладно. Нет, это не копье.
Это не копье. Я просто, знаете, что я не пойму? Я не пойму, а где я ее проебал? Где она? Вот эта хреновина еще висела. Ну подожди. Я не тем маршрутом, что ли, побежал? Изначально как-то я облажался. Ну все, я уж придрочился вроде к этой хуйне. Куда? Куда ты, блядь? Эцио. Ну пожалуйста, ну не расстраивай меня. Он ебнулся вниз, нахуй. И все. В водицу. Да, блядь, да я ебаная вот эта вот камера, меня прям раздражает, сука. Ты в последний момент поворачиваешь, я прицелиться не могу. Ебать того в рот, кто эти камеры придумал, нахуй. Ну ты не можешь, что ли, вот прямо вот смотреть, вот так вот, как сейчас я смотрю. Вот что получается. Получается, я сюда разгоняюсь, прыгаю, блядь. А она поворачивается, я мимо нее проскакиваю. Естественно, блядь, какой мудак это придумал? Время кончается. Нельзя, что ли, блядь, просто поставить камеру, чтобы она не двигалась никуда. Это как, знаете, я все время бесился, когда в НФС такая хуйня была. В Need for Speed, блядь. Входишь в поворот, блядь, и камера куда-то, блядь, еще в сторону уезжает. Вы что, ебнули, что совсем? Зачем так сделать? И отключить это нельзя, самое смешное. Да нажимай ты эту говно, блядь. Сука. Эй. И никак не отключается. Ты входишь в поворот, ты пристроил это самое. Понимаешь, как это сделать правильно. А у тебя она уезжает, блядь. И здесь то же самое. Давай, прыгай. Сука. Да пьяцкий ты рот, нахуй. А почему так? Давай, давай. Где? Я не пойму, где ты хуйня. Так, ну-ка, столбик. Еще. Прыгнуть ты не можешь, да? Только так. Вот не поебешь ты мозг, да, Эцио? Никак, нахуй. Там время кончается уже, между прочим. А я еще не знаю, где эта хуйня. А вон она. Это она? Она, слушайте, успели. Это последняя. Да, дверка открылась. То есть, я так понимаю, там как раз и находится гробница. Да. Ух, бля. Как подгорело-то как-то. Не, ну я же должен выговориться-то был. За счет... Так, войдите в усыпальницу. Насчет этой хуйни. Со всеми вот такими вот камерами, блядь. Откройте саркофаг. Сейчас откроем саркофаг. Где деньги, блядь? Вот деньги. Саркофаг. А это что такое? Сколько денег-то? Сейчас надо будет пиздячить. 500, отлично. Сейчас надо будет пиздячить домой. Там взять. И деньги собрать. И печати. Все поставить на место. Все, опять же, только три. Только три, по всей видимости. А, нет, смотри-ка, еще один есть. Я, может, и в прошлый не заметил еще один. Ну, вряд ли. Все, двушка. Двушка есть. Последняя гробница, последняя печать. Открываем. Лючок открылся в полу. Войдите через потайную дверь.
Погнали, хули. 6 из 6. 6 найдена печать ассасина. 6 из 6 мы с вами печати собрали. Плюс полторашка. Плюс полтораха. Сейчас нам надо искать... искать, что нам надо? Нам надо телепорт искать. А, слушайте, оружие с земли же можно поднимать. Точно, блять. Я совсем забыл это попробовать. А вон телепорт. За домом. Прямо за домом. Ну ладно, хоть в этом повезло. Вот. Карнавальная маска. Карнавальная маска. У нас тут, кстати. К сожалению, у нас тут нету... Санта, это мы читали. А где? Я же видел телепорты. Вот же он. Правильно? Правильно. Ну-ка, мужик, давай-ка мы портанемся. Надо будет потом обязательно сходить в Монтериджонни. Сходить, знаете куда? Сходить и открыть точку обзора. Обязательно. Я надеюсь, сейчас нас еще плюс деньги капнут, пока мы бежим до дома. Потому что там всего лишь 30 тысяч. А нам надо больше. А нам надо больше. Надо забрать уж. О, все, как раз капнуло. 46 тысяч, отлично. 46 тысяч в сундуке. Я прям, все было точно рассчитано. Вот прям. Секунда в секунду. Погнали. Забираем бабки, ставим печать, кладем... Ох, блядь, у нас тут до хера всего-то. Ну-ка, дай-ка. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Посмотрим твои записи. 46 800. 11 тысяч в... А сколько... Подожди-ка. Вместимость... А, все нормально. Все хорошо. Берем. 148 тысяч. У нас, по-моему, еще какого-то доспеха не хватает, если я не ошибаюсь. А престо, Эцио. Угу. Какого-то доспеха не хватает. У нас что есть? Наручи, на голени... на плечи у нас еще отсутствуют. Вот. Стоимость монтаряжони плюс 10. Еще раз. Так, 3, 6 штук осталось. 6 штук. Сейчас идем к мамке. Кладем перья. Идем вниз. Хотя можно было и вниз сразу сходить. Ну и похуй, без разницы. Мы отсюда прям сиганем ко входу в подвал. Шкатулка. Тут одно, а нет, два. Два пера. Все. 25 из 100. То есть ровно четверть мы собрали. Всего-то лишь. Ладно. Тут оружие дадут, вроде бы. Эцио. Ой, не Эцио. Альтаировская. Кладем печать. Ставим, точнее, кладем, блядь. Ставим. Это египтянки. Хоба! Еще один замочек сломан. Сейчас еще одну вставляем. А, вот баба-то. А там кто был? И там баба. А тут три бабы, я думал, только две. И три мужика. Ну все правильно. Тройничок. 3 на 3. Тройничок — это немного другое. Все, открыли. Вот шмотки альтаировские. Спасибо, Альтаир, за этот великий дар. Пусть он защитит меня от врагов. Стоимость Монтериджони 2... А почему я черный такой стал? Арсенал. Здесь хранятся все ваши вещи. Плюс 3500. А что мне это дало? Это они круче, что ли, как-то? Погоди-ка. Где у нас шмотки? Что такое? А, летная машина. Летная машина. С доспехом Альтаира. Так, наплечники, нагрудник,
Бонус к чему? Используется. Наплечники. Я немного не понимаю, с чем он сравнивает. С тем, что у нас есть, что ли? Бонус. Хуя знает. А где? Где он? Вот, железные шмотки-то. Это же миссали. Да, на плечи нету. Ну-ка. Тут бонуса нет ни к чему, что ли? Погоди-ка. Бонус к. Минус один, плюс один. Наручи. Различия. Это одинаково. Наголенники одинаково. Ладно. Тогда. Да нет, давайте в альтаировских походим. Только они почему-то черные. А почему они черные? Они же вроде белые были. Хуй я знает. Ладно. Идемте. Идемте куда-нибудь. Стойка для оружия. У меня, кстати, и меч-то альтаировский где-то же есть, да? Нажмите. Обычный рапира миланский меч. А у меня что используется? Миланский. Рапира. Так у меня рапира есть? А, мы оружие-то не... Только шмотки у нас альтаировские. А оружия нет, как я понимаю, да? Ну ладно. Тогда идемте дальше, что ли, что? Сука, кто мне, блядь, подскажет, где вот этот вот, кто смотреть будет, где вот этот секретик мне найти? Там где-то под крышей он, я ведь помню, я его находил. А где вот он точно, вот этот сундук с золотом лежит? Хуй его знает, сейчас убей, не вспомню. Ну ладно, сейчас ближе к концу игры обязательно его разгадаем. Обязательно, это точно, прям рогом, блядь, упремся, но разгадаем. Что у тебя тут есть? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Ремонт. Чинить все. Мне чинить не надо ничего. Оружие. Старый меч Альтаира. Я его купить могу, что, серьезно? Ебать тот рот. Его покупать 42 тысячи. Ну, мы богатые с вами, мажоры, блядь. Так что покупаем меч Альтаира. Вот. Вот. Миланский... А, у меня рапира была, да? Миланский меч. Все. А тогда короткое оружие. Нож султана. Нет, тут ничего нет. Боеприпасы. Боеприпасы все есть у нас. Пули. Вот пуль бы, блядь, где прикупить побольше, да? А где они вообще продаются? Приходи еще. А они продаются. Стоимость плюс 2500. Ну-ка, погоди-ка. Сумки. Во! А, это для ножей. А для пуль? Нету нихуя. Ну, для ножей тоже, конечно, надо. 5000 всего лишь стоит. Пятерка. У нас сотка есть в запасе. Все. А ножи-то надо покупать к ней? Или они уж там... Фу, блядь, карту нажал. Секунду. 15 ножей. Давайте купим ножей. Двадцатник. Боеприпасы. Да, двадцатник теперь у нас ножей. Вот, на 215 ножей еще купили. Ну, я бы лучше, конечно, пулик бы купил. Но пулик у нас всего 6 штук. Чао, сеньори. Все. Расскажите обо мне своим друзьям. Обязательно. Обязательно. Расскажем, покажем. Друганам. Все. Ну, черный, конечно, цвет почетче. Да и белый неплохо смотрелся, на самом деле. Черный — это классика. Ну, я имею в виду в костюм. Ну чего, Венеция? Венеция, погнали. Соточка. А задание было у нас где-то здесь ведь. Дорзодуро. 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 Погнали в Дорзодуро, блядь. Дорзодуро. Да ты, блядь. Дорзодуро, мать ее. Ну что ж, вот. Дорзодуро, блядь.
Сейчас мы знаете куда сходим? Вот сюда мы сходим. Вот сюда для начала. Откроем местность. Тут бежать-то совсем ничего. 100 метров какие... О, блядь, какой костюм. Карнавальные артисты. Знаменитый венецианский карнавал впервые прошел в 1296 году, в канун Великого Поста. На карнавалах проводились маскарады, театральные представления, парады, уличные танцы, соревнования по метанию яиц. Кроме того, устраивались и обычные развлечения для публики. Убийство животных или спуск свиней на телегах с холма в реку. Блять, вот забава, да, была? Пиздец, нахуй. В целом, карнавал был важной вехой на пути к реалити-шоу. Вон они тут, блядь, пляшут на. Это что за хуйня? Ох ты, ёпты! Фаер-шоу. Местное. Ладно. Не, ну а хули? Веселились как могли. Компьютеров не было. И слава богу. Тебе нужна медицинская помощь. Да нихуя мне не нужно, блядь. Мне нужно куда-то залезть повыше. А вот пока куда, я не пойму. Ну, хотя сейчас мы, наверное, уже пришли или нет? Да, это башня. А вы что тут стоите? Я понял. Пара сундучков. Экколо! Оп, блядь, это просто вообще шикарно! Я сразу тут, сразу четырех загандошил двумя ударами. Открывай! И никто, естественно, меня тут искать не будет. Тут народу-то не было. Такой закуток прям идеальный для убийства. 1000, блядь, с хуем. Вот с таким, блядь. Все. А, нет, народ есть. Ну ладно, хуй с ним. А тут лестница. Тут лестница еще рядом. Или, да, лестница есть. Все. Я сначала подумал, ну, блядь, что-то он не цепляется с нее. Но нет, зацепился, все хорошо. Все, идем дальше. Там кто-то верещать начал. Нам это не интересно. Помогите, спасите, помогите. Давай сюда, Эцио, отлично. Отличненько. Залезаем мы сюда. Птичка. Все, память синхронизирована. Ну тут здоровый район-то, между прочим, еще. Ну-ка карту глянем. Карту. Эх, ебать, это еще и не все, оказывается. Еще есть контрольный... О, господи, это самая точка обзора. Тут еще. Тут райончик огроменный. Да еще вон одна. Да что пиздец какой-то. Погнали на начало фрагмента. Я думаю, пора. Пора. Все, что я хотел, я, в общем-то, этого добился. Я хотел найти костюм очень-очень. Но я его находил, конечно, когда я проходил игрулю. Это несложно. Немного нудновато выполнять вот эти вот задания. Но все-таки, зато какой костюм мы с вами собрали. История ассасинов. Прямо перед нами. Как коробка с карандашами. Бля, вор. Ах ты, сука, сейчас я тебя пиздану. Стой, мразь. Стой, тварь. Все, нахуй, ушел. Убег, скотин. Дай в рот тебя ебать. Даже не погонюсь за тобой. Че, там деньги, блядь. Больше ничего у него нету. А денег у нас 100 тысяч. И тратить ты их. Что? Вирту? По-моему, вот это вот... Не читали. Ла Роза Делла Вирту. Ла Роза Делла Вирту, Роза Благодетели. Пример того, как секс пересекается с религией. В этом заведении работали исключительно бывшие монахини. Папа Римский неоднократно требовал от Венецианского городского совета закрыть этот бордель. Однако Роза существовала вплоть до 1516 года, когда здание было уничтожено пожаром. Церковь пыталась объявить это божественной карой, однако судейские выяснили, что поджог был совершен раздосадованным епископом, которому не удалось вовлечь с одной из девиц... Не удалось? А, возлечь, господи, блядь. Возлечь, надо. Слово-то, сука, какое. Надо, блядь, подруге предложить возлечь.
С одной из девиц без оплаты. Кара небесная, нечего сказать. Действительно, бля. Ах, сука, епископу не дала деваха. Правильно, нахуй. Сжечь ведьму. Все, по пизде пошло. Пошел весь бордель. Ну что ж, задание. Антонио, нужно поговорить. Эцио. Эцио аудиторе. Теодоро. Познакомься с самым талантливым человеком в Венеции. Мадонна. А, сестра Теодора. Не подумал бы, что ты так интересуешься религией. Смотря что понимать под религией, сын мой, в воздаянии нуждаются не только души мужчин. Иди к нам, Эцио. Выпей. Познакомься с дамами. Убийца. Мясник. Он зарезал Лючи и украл ее деньги. Итак, мистер Эцио, посмотрим, насколько вы талантливы. За ним. Чё себе, блядь, за ним? Откуда ты знаешь, что я убийца, блядь? Девицы в беде. Догоните убийцу и расправьтесь с ним. Сейчас пиздячки-то получит убивец-то. Где он, кстати? Эх ты, он что-то как-то далековато уже убежал-то. Вам не кажется? Или я пока тут тупил? Еще где он? Выберите цель с помощью игра. Чего? Сука, тварь. Ну-ка, съебал нахуй отсюда. Сейчас. У него крыша поехала. У него потекла крыша. Ему, может быть, не понравилось что-то в обслуге. Не то я убью их. Блядь, ты заебал проституток резать, скотина. Ой, мужики, блядь, погоди. Да, чего я вам-то сделал? Я город избавил. А погоди, может, деньги надо с него было собрать? Секунду. Где я его ебнул-то, блядь, забыл уж нахуй. Да и хуй с ним. Я тебе вырву глаза. Надо на крышу залезть. Надо нам залезть на крышу, как раз тут лестница. Хоп. А там-то уж съебемся. Рыцарь же тяжелый, не полезет. За нами, как я полагаю. Ворищи здесь сидят. Ворищи здесь сидят. Ну-ка, давайте испытаем. Испытаем меч. Ассасина. Настоящего ассасина. Оба. Эх ты, блядь. Давай нахуй отсюда. Так, ну мы сейчас пизданем их, знаете почему? Потому что, вон, все нахуй. Они сейчас попадают половину. Да не половина, а все нахуй. Хорош, блядь, я упал. О, они высоко, оказывается, упал-то. На, сука. Оба, есть, проткнули. Проткнули скотину. Ты тут что выебываешься? Слушай, а меч ты нормально рубит, ассасиновский. Этого самого, альтаировский. Вон нахуй, три удара, блядь. Ну не три, конечно, блядь, побольше. Побольше, ну все, готов. А вот этих без брони-то вообще прям разрезает в клочки. Все? Судя по всему. Больше выебываться никто не будет на нас. Ладно, ну это коротенькое задание, наверное. Сейчас надо просто вернуться к монахине. Монахине, проститутка. Как в порнофильме, блядь, каком-то. Как в порнухе, блядь. Здесь у нас что? Кстати, а здесь художник-то есть? Подожди-ка, блядь. Не видно. На этой территории не видно. Да. Ладно. Пойдемте тогда далее. Мы до дома допрыгнем? Хуй знает. Есть только один способ узнать. Оба, допрыгнули. Отлично. Сейчас тогда и пойдем. По домушке. Эколо! Давай, иди сюда. Мне так нравится их с крыши сбрасывать. Помогите! Спасите! Блять, не допрыгнуть! Правильно? А там водичка. А там водичка есть. Как нырять-то? Я забыл. Как-то ведь нырять можно. А что такое? Не-не-не-не, нормально.
Я думал, что у меня от воды здоровье-то... Ладно, я... Здоровье ухудшилось. Нет. Это в драке нам напиздячили. Примите нашу благодарность, отцу. Почему за тобой все время приходят неприятности? Антонио, полагаю, ты знаешь, зачем я здесь? Чтобы избавить Венецию от Марко Барбариго. Эдсо, мы уже один раз пошли на такое. А новый дождь тамплиер оказался еще хуже прежнего. Не говоря уж о том, что он никогда не покидает дворца. Да, но сегодня он выйдет. Марко не сможет пропустить карнавал. А откуда ты знаешь? Более того, у него сегодня будет самый пышный праздник. Правда, попасть туда будет нелегко. Каждый гость должен быть в золотой маске. А если ты решишь подделать ее, знай, все они пронумерованы. К счастью для тебя, у меня есть план. Давай попробуем выиграть маску. Попробовать выиграть? В карты, блин? В домино, блин? Мудрая монахиня. Поговорите с Теодорой о Марко Барбариго. В чем дело, сын мой? Ты хочешь спросить меня о чем-то? Да, прости, но... почему? Секунду. Год рождения 1450-й. Мадам Борделя Ла Роза де Ла Вирту. Хотя Теодора отказалась от фамилии, уйдя в монастырь, но в архивах Венеции содержится информация о том, что она выросла в семье Кантанто. Ее родители владели ювелирной лавкой, и Теодора помогала матери обслуживать покупателей. В 1462 году один из таких покупателей написал следующее. Купил Маргарите серьги с алмазами в лавке на углу. Очаровательная девушка помогала упаковывать их. Когда она протянула мне серьги, наши руки соприкоснулись. Мне пришлось немедленно покинуть лавку. О боже, если бы я не был женат. Судебные документы свидетельствуют о том, что в 17 лет Теодора заходила уже гораздо дальше касания рук. 26 ноября 1467 года она имела связь с женатым мужчиной, и обманутая жена подала на нее в один из судов Венеции. В соответствии с обычаями родители Теодоры отправили дочь в монастырь, чтобы она провела остаток жизни в молитвах и молчании. В монастырь Санта-Мария-дель-Анджели Теодора попала в 1467 году. Поначалу она была готова понести наказание за свой грех, однако в 1473 покинула монастырь. Уходя, она прикрепила у входной двери послание. В нем говорилось, что в монастыре мирская жизнь и что только вместе с другим человеком можно попасть в объятия Господа. В том же году Теодора открыла бордель «Ла Роза де ла Вирту». По словам поэта Пьетро Бембо, который был там частым гостем, ее публичный дом был церковью для новой секты католиков. Почему ты носишь монашеское одеяние, если ты не монахиня? А кто сказал, что я не монахиня? Я невеста Господа нашего. Но ведь ты куртизанка. Ты управляешь борделем. И что? Здесь нет никакого противоречия. Я сама решаю, как поступать со своей верой и со своим телом. Как и многих молодых женщин, меня привлекала религия, но вскоре я разочаровалась в верующих. Для мужчин Бог – это идея, которую они понимают разумом, они чувствуют сердцем и всем телом. Чтобы спасти свою душу, всякий мужчина должен научиться любить. Этому мы с девочками и учим наших прихожан. Я поняла, что священники не разделят моих взглядов, поэтому создала свою церковь. Необычную, но благодаря нам дух мужчин становится тверже. Полагаю, что не только дух. Я тоже хотел сказать по поводу духа. Надо у кого-то затащить маску, значит. Блядь, Сереж, пора заканчивать, твою ж мать. Сеньоры и сеньори, подходите все! Карнавальные игры скоро начнутся! Хватит ли у вас кураджо вступить в состязание за такой великолепный приз? Сегодня, как и каждый год, один, только один счастливчик выиграет золотую маску и сможет попасть на бал, который устраивает наш любимый дождь. Кто откажется от такой удивительной награды? Подходите, соревнуйтесь! Тот, кто сегодня победит во всех четырех играх, вечером отправится в гости к самому дожу!
Давай, Эцио, действуй. 3000. 3000 заработали. Ну, я думаю, бороться за маску мы будем уже в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.